Здравствуйте! Мы этот ролик делаем о нашем великом друге, не просто студенте Олеге Остапенко, а большом друге для очень многих наших ребят. Я думаю, что это один из немногих людей, который, ну, прям так, не имеет врагов, бесконфликтен и горячо любим всеми нами, в том числе и образователем агентов, то есть мною. Олег живет очень скромно, и вот я хотел бы показать, какой это уровень скромной жизни студента, который, однако, не бедствует. И вот это вот пример того, скажем так, эконом-непременно, эконом-левела, на котором вы можете жить в Сиднее, учаясь в Лойдсе, в KY, TQU и так далее в Австралии. Здравствуй, Олег. Ну, расскажи о своей жизни. Мы вообще имеем много роликов с тобою, но, наверное, многие ребята их не видели. Вот расскажи вкратце о своей жизни, а потом мы покажем твои жизненные условия такого среднестатистического, не очень или очень не богатого человека, студента, который, однако, может учиться, прославляя Россию и Киргизстан. И Киргизию. Да. Рассказывай. Для начала, здравствуй. Александр, здравствуйте. Вот, ну, а что себе рассказывать? Родился, отучился, купил билет, приехал сюда. Ну, это вкратце. И продолжаю обучение в KY. Это опять-таки вкратце. Ну, а так, где-то около 2,5 лет назад я уже сюда приехал на курсы английского языка. Сначала взял визу на 1 год, Lloyds языковой школы. А потом... я приехал сюда для начала на разведку, посмотреть, как здесь, что здесь, понравится, не понравится. Потом решил продолжить свое обучение, потому что обучение важный момент, и пребывание, конечно же, в этой стране как бонус, к хорошему обучению. Ну и начал учиться. Скажи, а обучение английскому языку тебе давалось трудновато? Да мне вообще обучение дается трудновато. Вообще, я не хочу сказать, что как-то легок на обучение. Нет, мне нужно много-много повторять, чтобы я чему-то научился. Мне нужно какие-то, чтобы у меня ошибки были, там, падения, там. Я даже на вождение сдал здесь на 5-й раз. На 4-й? Ну, на первый раз я просто не выехал, но был факт, то что я приехал туда, но сдал на вождение как-то вот так. Скажем, даже сказать, не с первого и не с третьего раза. Так, сейчас ты учишься на KY, на магистратуре про бухгалтерии, да? Да. Бухгалтерского учета. Это не звучит. Вот звучит мастер в professional accounting. Да, это солидно звучит, в общем-то. Я беру свои слова обратно. То есть обязательно мастер в professional accounting. Хорошо, какие ты считаешь предметы из тех, которые ты уже прошел, наиболее сложными для тебя? Может быть, они будут и для других наиболее сложными? Ну, для меня вообще наиболее сложные предметы – это те, где вам предстоит работа с цифрами. Ну, например? Методы исследования. Количественные, качественные методы исследования. Там работа со статистикой. В данный момент проходим предмет – financial management, там математика, алгебра, вообще пестрит, вообще смотришь только на одну доску и понимаешь, что преподаватель, смотря на доску, расписывая там буковки, формулы, для него это поэма, он готов о ней петь часами. А смотрю и думаешь, елки-палки, это что за макраме для насекомых на доске. Ну, ты уже прям запугиваешь людей. Вообще-то, финансовый аккаунтинг ты делал? Financial accounting, да, я его сдал. А все говорят, что financial accounting сложнее, чем financial management. Скажем так, что мне повезло тогда. Нет, дело в том, что кому что. Мне, допустим, финансовый аккаунтинг легче, чем финансовый менеджмент, потому что не то, что я боюсь и не знаю этих цифр, просто... я неусидчивый, то есть вот вместо тебя я дам добрый совет по аккаунтингу, экономике, финансовому менеджменту, набить руку в решении задач, потому что одна малейшая ошибка, у тебя эта задача, как результат следующая,
ошибочно, и ты заваливаешь экзамен. Ну, в этом отношении надо больше баллов заработать по предметам в течение самого обучения, а потом уже как недостающие предметы, недостающие баллы до пасса можно заработать вот именно на сдаче самого экзамена. Ну, из каких составляющих общая оценка идет? Общая оценка? Ну, финальный экзамен — это большая часть, ну, там, ну, или большая? Ну, там 50. А остальные? А остальные индивидуальный ассайнмент. Потом, то есть, вот, маленькое тестирование, которое там... Это квиз? Квиз, да, который весит там 15-20 баллов в зависимости от предметов. А потом уже ассайнмент, там на написание статьи или либо презентация, которая оценивается как 25-30 баллов, ну там в зависимости от предмета, там еще какие-нибудь что-нибудь будет. Вот, и так, и, ну, и групповая работа, она бывает как индивидуальная этот ассайнмент, также и групповая работа. И вот надо больше заработать этих баллов в течение обучения, чтобы можно было бы на экзамене дополнить недостающие баллы и в то же самое время получить пас, который предоставляет 50 баллов. Хорошо, теперь о твоем проживании. Какой у тебя был опыт проживания? Сделай сравнительный анализ. Где ты жил, как ты жил? Ну да, я много где жил, в том числе и неделю в машине. Ладно, но это случайно так получилось. Да, случайно. Получилось так, что с одним человечком договорился на accommodation, а уже с другим человечком договорился о том, что я съезжаю. Угу. Вот я съехал, а въехать не получилось. И на тот момент, как бы, снимать accommodation где-то долларов за 180 я не хотел. Ну и как бы и тепло было, решил сделать такую вот романтику. Все равно с самого утра. Изначально ты где жил? Я в Гилфорде жил. В Гилфорде, это у Эндрю, да? Да. Сколько ты платил? 150. То есть у меня был такой ранг. 150. Отдельная комната. Отдельная комната. Угу. 150. Потом Райдлмер там 120 платил. На Стратфилде вообще как-то мне повезло. Я платил 110, отдельная комната, все включено. Ну, маленькая. Но там комната маленькая. А что мне там надо было? По большому счету, там где-то 8 квадратных метров одна комната. Там больше ничего не надо. Пришел, сел, почитал, лег спать, проснулся, опять пошел заниматься своими делами. Да, кстати, в этой комнате я некоторое время жил не один, в той маленькой. Даже не один. Даже не один. Ну, видишь, как хорошо. Да. Маленькая комната сближает. Это просто замечательно. Поэтому как-то говорить о том, что эта комната плохая, это нельзя. А сейчас сколько ты платишь? Сейчас плачу 200 за грани флэт. 200 за грани, не 150? Нет, 200. 200. Вот, что такое граниф-лет, что это тебе дает? Ты сейчас хочешь показать свой граниф-лет? Да, у тебя же камера, ты не показываешь. Хорошо, ну вот на что бы ты хотел обратить внимание? Да, вот можно так диаграмму все это сделать. Ну вот, лежбище морского котика. Вот, такая king-size. Вообще какие-то символы у тебя очень странные на твоей кровати. А вот над изголовьем кондиционер. Он же отопитель, да. А вот штатив для мастера видеофотосъемки. Да, вот у него. Вот какая у него есть большая штучка. Вот она. Как патриарх в свое время, Никон. Ну, как раз на около кровати, так чтобы можно смотреть. Электрогитара. В пьяном состоянии наш студент порвал две струны. Ну, он, видимо, о родине, так сказать, пел. Вот. Здесь такая нехитрая акустика. Вот. Рабочий стол Олега Остапенко. Великие дела творятся за рабочим столом. Вот его регалии. Вот у нас такой весь дипломированный. Вот. Бармен. С
большой буквы Б. Вот. Вот это вот кухонный отдел. Кухня достаточно большая, конечно. Вот. И санузел. Ну, никому не интересен санузел. Ну вот в санузле как раз это лёнер, то есть еще учится, конечно, да, учится. Не умеет, видно, учиться. Вот, пожалуйста, душек. Vanity, рукомойничек. Я там в зеркале, опять-таки. Вот. Такой холодильник бедного студента. Видимо, забит полностью. Это на одного такой холодильник, с ума сойти. Фирма Hitachi. Это вам не, знаете ли, не Samsung. Температура в доме зимой. 20 градусов. Потому что сейчас уже практически... При открытых дверях. При открытых, да, открытые дверя, двери и так далее. Вот, бэк-ярд. А, вот, еще да. Хотел это показать. Да. Стол, конечно, там все. Вот еще хотел вот это показать. Да. Вот, что если вы работаете барменом, что у вас есть? Ну, скажем так, начиная с Кока-Колы, там, Мидори какой-то, Гордонс. Всякие виски, джины, Хеннесси там в углу забито. Ну, чтобы гостям не угощать, оно всегда в самом углу. Водочка, это ширпотреб. Это то, что мы всегда пьем на завтрак, на ужин. И иногда вместо обеда. Вот, сейчас посмотрим снаружи. То есть, вот оно, общий вид. Берлоги. Сколько квадратов приблизительно? Да 40 где-то. Порядка 40, да. Вот. Сейчас. Это вот двор, где живет Олег Остапенко. Вот собака. Собака, вот она, собака Флаффи. Вот. А есть кот. Кот существо загадочное. Вот, вот кстати, этот кондиционер. То есть дакт. Вот дворик такой. Можно спокойно сидеть, отдыхать. Да. Плоды страсти, которые делают человека безумно сильным. Иногда. Вот. Всякие цитрусовые. Вот эти плоды страсти. Которые. Вот, вот это Флаффи, который надо вниманием. Эх ты! Всегда готова, чтобы погладили за ухом. Кота все равно еще нету. Да. Вот сам домик. Домик, конечно. Классный open space, то есть вот этот вот садик, все, вот домик, грубо говоря, классная вещь. Ну, сам Олег, а это домик, а здесь еще и гараж. Вот, ну гараж не нужен, потому что, ну, как складское помещение, машина в основном стоит на улице, просто потому что меньше корродирует от этого, вот. Ну вот и все. Что бы хотел ты сказать, Олег, в заключение ребятам, которые по accommodation, которые сюда едут по размещению? Да надо искать. Надо просто постоянно искать и... Каким образом искать? Ну, я первые свои многие accommodation искал через Gumtree. Ну, первый, конечно же, когда еще в Липецке находился, мне Дима Каричев помог в Билфорд приехать. А потом уже самостоятельно Gumtree и все там искал. Вот это мне просто посоветовали взять. Это accommodation, где я сейчас проживаю. Вот. Друзья, Коля Гончаров. Да. И Николай посоветовал. Кстати, большое ему спасибо. Да. Славный человек. Надеюсь, проклятие Гончарова будет снято в субботу-воскресенье. Мы выловим рыбу. Он обычно душа компании, но рыба тогда не клюет. То есть рыба просто, открыв рот, смотрит на Колю. Но... Я всегда снимаю заклятия, омены и прочее, поэтому мы поймаем эту золотую рыбку. Да зачем одну ловить, надо больше ловить. Скажи, вот да. Если люди приезжают, ты бы советовал пользоваться услугами в итоге, ну, то есть не сначала, а в итоге друзей, жить в одного, жить с другими ребятами, вот твое мнение. А это по-разному бывает, у кого какие цели, задачи. Некоторые ребята живут, им гораздо... дружнее учиться. Вот, к примеру, что мы иногда делаем? Группа собираемся и разбираем какой-нибудь предмет.
непонятный. Угу. А так, если студенты живут вместе, учатся в Кинсовом институте, и они друг у друга учатся, друг другу передают там знания. Вот, такое коллективное. Это да. А другой момент то, что они разговаривают на русском, а в итоге предстоит сдавать IELTS на английском. Не, ну мы, конечно, изменим ситуацию. IELTS будут обязаны принимать на русском. Это вопрос от них. Дай время. Да, ну... А то есть, это такая ситуация. Жить одному или все-таки делить? Каждому свое. Каждому свое. А если либо парень, либо девушка, они будут делить одну комнату. Парень с девушкой? Ну, это вообще, это же сказка. Это сказка. Так вот, а в этом случае тогда лучше говорить про шерить. А в моем случае лучше одному. Столько алкоголя. Лучше одному. Ну да, не делиться. Ну что, прощайся с ребятами. Ну, всего счастливого. Заходите в гости.